Сегодня я в Сопках за Ленинградкой, в районе КП-2. Смотрите, 2 сентября, все еще зеленое. Так, готовится к осени, жара стоит. Хотя где-то часов 10 утра сейчас. Завтра планирую заморозку, не знаю, как там с погодой. Такой погоды я бы никуда не хотел идти. Смотрите, какие красоты здесь открываются, небо какое. Березки уже начинают желтеть. Это очевидно. Сейчас я покатаюсь, покажу, что стало с КП-2. Немножко оно изменилось. Кто здесь снег не был летом, увидит, как оно выглядит. Ну и сравнит потом, когда зимой на лыжах. В этом году тоже собираюсь на лыжи есть кататься. Я тоже поснимаю. Здесь очень хорошая дорожка и для бега, и для хождения на палках, и для велосипедистов. Ребятишки пошли кругом леса, построили такие сейды. Немножко я устал доехать и кататься. Ну, несколько километров дорога. Ну, написано там в объявлении, что медведи здесь. Но тут никто их особо не боится. Сейчас зайдем в лес, белка. Живая. Кстати, не ожидал здесь увидеть. Проверяет кормушки.
такой замечательный этот лес с белками, он хвост белки торчит. Медведя не встретил, но белочками пообщался. И я заметил только 3 штуки, не знаю, может их на самом деле, скорее всего больше, потому что они довольно пугливые здесь. Они шугались. Вот насколько помню раньше, здесь были лавочки. Вот можно было посреди отдохнуть, что-то лавочку брали, не знаю, может зимой их ставят. Лавочки отдельно, там в лесу есть, турники вон сохранились. Становка, кстати, раньше не было, когда я был. И такая карта есть местности. Запомнить надо. Хотя, зачем тут на лыжах, на автобус стоять? Еще кружок. Да, может, я поеду. Хотя очень неохота уезжать. Погодка вообще замечательная. Предосенняя такая, теплая.